честно, я удивился, потому что я считаю, что это незаконно. Вот шлагбаум приехать, и море — это не часто собственность. И я с ними начал чисто реально быковать. Я вот с ними начал разговаривать. Ну, ссориться. Ну, не ссориться, просто жена сказала, я сколько раз учила так с людьми разговаривать. Ну, потом сказала сначала, я говорю, сколько въезд? 10 гривен. Я говорю, без проблем. Она, ну сколько ты останешься? Я говорю, на сутки. На сутки 30 рублей. И началось, да? Не, ну что, как началось? Соответственно, я достав деньги, я оставил, потому что мне там нереально машину оставлять наверху, я, то есть неизвестно, что будет с нами дальше. Ну как, вы протестовали против этого, спорили, вы же говорите, что как-то, или как? Ну я не спорю, я просто так, как? Возмущение высказали, да? Ну как возмущение? Просто побыковал, вот именно так. Борзо начал разговаривать, как, и все, и просто там в тридцатку и заехал, и все. И стою сейчас, отдыхаю. Понятно, но расслабились, теперь отдыхаете, понятно. Да, я приехал отдыхать. Ну, но, соответственно, за чистоту пляжа тут, то есть тут не чисто, если честно, тут не чисто. Просто заехал бульдозер, подгорнул вот этого мамы под гору, и все. То есть бутылки, стекла. С маленьким ребенком я, то есть, допустим, тут не может пройтись, потому что, возможно, она тут может порезать ножку и все. Только носит на руках. Все. Mm-hmm. Все, что я могу сказать. А вы не пожалели, что за сутки заплатили? Или вы не заплатили за сутки? Не, я заплатил за сутки 30 гривен. Я не могу сказать, если честно, пожалела я или нет. Еще пока сложно сказать, да? Да. Ну, если честно. Ну, вот это незаконно, вот это что шлагбаум стоит. Це не частный собственник. Він що купив його, що він тут поставив, откуда він вообще взялся і де його права? От, ну, на, он показував какие-то документы? Нет, він виписав мені стачки. Как на 7-м кілометрі даєш там 15 рублей или 10, заїхав, виїжджаєш і даєш вот этот талон і все, погнав. Туалет там они поставили, вы оценили уже? Не, я же туда с ним не ходил. Тот туалет. Чего? Они говорят, что он новый. Не, ну мои друзья оценили этот туалет. Если честно, сейчас пока. Сложно, да? Пересилить себя сложно.